Опа, поклевочка. Что-то хорошее. Жерех. Жерех. Взял вроде слабенько. Ох, как прет по траве. Трава большая. Давай, давай, давай. Успокойся. Успокойся, дружок. Опа. Ну вот, друзья. Вот такой вот жерешочек. Взял на космастера. Он хороший такой. Полторашечка должна здесь быть. Сейчас, друзья, взвесим. Я как и предполагал, 1,5 килограмма, 1,535 кг. Красавец. На, приятная рыбка. Хорош. Ну, продолжаю ловить дальше, друзья. Поклевка, друзья. Хороший. Хорошо сопротивляется. О. Опа. Сейчас Саня подойдет, поможет. Не спешу. Это жерех. Скользко очень. Это жерех. Тихо. Опа. Поздравляю. А, есть. Поздравляю. Сейчас взвесим. О. Ну, я думаю, 1,3 кг. Ну, да, после нового весеннего. 1,3 кг, 1,4 кг. Ну, примерно. Ну-ка. Да, почти угадал. 1,250 кг. У меня в последнее время глаз как алмаз. Ага. О, поклевочка, друзья. Травы много. Тихо. Аккуратненько. Еще и за траву цепляет. Зацепился. На бланке. О, шелест пьет, друзья. А, блин, скользко. Вот хороший жерешок. Ну давай пятюню. А, пятюню. Я только сказал в видео, что вставлю вставочку, как споймал на буризу. И тут на тебе. На, Санька, взвесь. Давай. Вот под завершение рыбалочки, друзья. Ну, увидели и вставочку вы, жереха, и как я споймал этого. Сейчас посмотрим, сколько завесит этот жерех. Близнец. Сань, я так не вижу. 1,300 кг. 1,310 кг. Да, ну, 1,305 кг. А тот был 1,270 кг, да, где-то что-то такое. Ну, брат-близнец. Прикольно. Поздравляем, 2-2. Спасибо, спасибо, Санька. По жерехам 2-2. Буриза показал себя в работе уже, а? Да. Хорошо справляется, ну, видишь, друзья. Все-таки не зря сходили. Не зря, вот по такой травке. И хорошо выдернул. Конечно, если был побольше, не знаю, как себя повел бы Буриза, но я думаю, справился бы он и с большим жерехом. Главное, что ты поднялся настроение. Да.